Грудь коня, грудь коня. Первый свой укол в жизни. 34. Вот так, давай. Я поставила быку. Понравилось? Есть. Мы плывем на плоту и жарим картошку. Ты когда-нибудь мог такое подумать? Ничего не бойтесь, жизнь одна, кайфуйте! Ты должна сопроводить меня на встречу выпускников, с которыми мы не виделись 17 лет, и представиться моей женой. Ты меня понимаешь? Заказать тебе пиццу? Как бы ты и не был этих 17 лет. О, не говори. Где работаешь? Что на личном? Я же женат. И кто она? Я не верю своим глазам. Как такое возможно? Такой женщиной, как я, вам никогда не завоевать. Козу мы твою трогать, конечно, не будем. А вот тебя, как в старые добрые времена. Ребят, не надо. Нельзя никого убивать. Почему? Ну, ты смотрела «Терминатор 2»? Секунду. Скачиваю. Смотрю. Ага. Я тебя поняла. Девушка, назад, руки на машине. Будут жить. Калинин Иван, я полагаю? Да. Этой ночью кто-то вломился в лабораторию. Со склада пропал прототип боевого мультифункционального устройства в опричнике 112. Твою мать! Мама! Че ж ты молчал-то? Как меня угораздило стащить именно это? Я вешу 250 килограмм. Какого хрена? Я боевой андроид. В случае угрозы военный протокол в приоритете. Как же с вами роботами тяжело! Ты мыслишь. Ты личность. Твоя личность мне не безразлична. Сиськи 4-го размера тебе не безразличны. Да ну че. Твою мать, это андроид. А, обезвредить. Бежим. Блин, что делать? Жми на газ. Если меня поймают, меня посадят навсегда. И что? Это измена родине. Не бойся, я никому не расскажу. Программное чувство юмора. Оно самое. Лин. Что? У тебя там это, пуля прилипла. Добро пожаловать в светлое будущее. Мир, где почти нет мужчин, а значит, нет и проблем. Доброе утро, Рада. Впереди замечательный день. Твое платье готово. Ты проснулась? Не опаздываешь? Мам, мне уже 50, может, хватит? Послезавтра дома. Послезавтра дома. Привет, Рада Еленовна. Так, подруги, от автобуса не отходим, силовое поле не покидаем. Приматы опасны и дикие существа. Мы для них как обезьяны в зоопарке. Приматы – это особи мужского пола, которые предпочли строить свое общество. Но без женской мудрости, разумеется, сразу одичали. Ворон, едет! Кукарача! Зацените туфлю! Крокодил! Дикари. Приматы. Это наш новый мир! Без запретов и правил! Без суда и закона! У Рады был слюнообмен с приматом. Объявлять чрезвычайное положение. На последнем референдуме заменили этот термин, чтобы не травмировать психику подруг. На что заменили?
на очень неприятную ситуацию. Так объяви ее. Секс должен быть с мужиком. Долго мы тебя искали. Для тебя, Крот, есть отличная работенка. Вон под теми цистернами нужно сделать подкоп и выкачать оттуда нефть. Срубите 1 030 000 за раз, 500 000 сейчас и потом. 1 000 000? Вау! По рукам, только чтобы все было тихо. А то... Из тебя еще 5 000 000, и мы не расскажем твоему папочке о том, куда делась его нефть. Думаете, тут одно хранилище? Я уверен, есть еще. Если вы не справитесь, последствия будут катастрофические. Тревога! Поймать их! Началось. Дерзкое ограбление. Мам, я сделала выбор. Мне надоело притворяться. Я наконец решилась. Премьер Entertainment представляет. Это тебе не игра. Это мое дело. Я хотела, чтобы ты знал, что со мной. Вот и все. Меня этот гроб полнит, да? Это не гроб, а домовина. Вылезай давай. Не волнуйся. Смотри, я сняла обувь. Ты когда-нибудь видел чудо? Нет, я никогда не видел чудо. Но это не значит, что его не может быть. Ты мне нравишься. Ты говоришь правду. Я уверен, что ты не за автографом пришла. Фильм Дэниела Робока. К приходу твоих друзей все готово. Чем занимаетесь? Да, чем занимаетесь? В основном провожу время с покойниками. Вообще-то мне не до шуток. Если это какая-то шутка, то я ни при чем. Я забочусь о тех, кто еще дышит, а бил о тех, кто уже не дышит. О покойниках. Я не знаю, какие слова подобрать. Это нормально, Билл. Не бойся того, что нормально. Ты слышал что-нибудь о бабайке? Я хочу верить, потому что хочу, а не потому что умру. Некоторые живы, потому что верят в то, что не заслуживают жизни. Стыдно признаться, но так как за нее я еще ни за кого не молился. Как бы это ужасно ни звучало. Я не такой сильный, как ты. Чего ты боишься, Билл? Ты стала частью моей жизни. Возможно, пора снова отправиться в путь. Как мне быть, когда тебя не станет? Бог милостив к одним, Грейс. Но не ко всем. До встречи с Грейс.
по какому вопросу? Я за вами. Ты из РПЦ, что ли? Галя, зачем Попов сюда пускаете? Я ваша смерть. Иди отсюда! Борисыч, времени мало. Я же вам помочь хочу. Уйти по-нормальному. Друзьям позвони. Привет, передавай. С детьми попрощаться. Странные у вас маньяков методы, конечно. Время пришло, все по графику. Это сильно. Меня аж холод пробрал. Ты откуда вообще свалился? Оттуда. Боже. Хочу, чтобы вы попали в рай, а не в ад. Больной псих? Я тебя сейчас вырежу. Это Россия. Чудес не бывает. А мне все-таки хочется верить. Работа у меня такая. Ну вот у тебя кофе, а у меня сообщать людям, что их кофе последний. Насколько я знаю, есть два типа детективов. Первый работает с 9 до 5, и это я. И еще есть детектив Шерон Питчи, королева допросной. И что мы тут смотрим? Допрос Адины перед тем, как она повесилась. Мне кажется, что ваша одержимость делом Адины Ильич мешает вашему выздоровлению. Я буду говорить с детективом Питчи. Нет! Слово даю! Смотри на меня. Какую еще правду? Что Адина Ильич пришла к нам в поисках убийцы мужа, а мы подставили ее в убийстве, которое она не совершала. Так, теперь ты говоришь с трупами. Я не убивала своего мужа. Это безумно даже для тебя, Шерон. Нашей девочке 20 лет. Меня зовут Лиза. Здравствуйте, Лиза. Прощай, девственность. А я тебе правда нравлюсь? Очень. Не покушать, а поесть. Виски – это мужской род. Закусывать его колбасой. Нормальная колбаса нормальным людям не помеха. Я не могу преподавать этикет австралопитеку. Я отвезу вас домой, и там вызову невролога. Так что делать? Стоять. Вы ничего не хотите мне сказать? Вы обе, две, беременны. Сначала мама расскажет про отца своего ребенка, а потом ты. Я ничего рассказывать не буду. Тогда я тоже ничего рассказывать не буду. Детектив Жанна Дроздова. А вещь Доки. Да ну что? Доброе утро. Доброе утро. Мы команда. А в команде каждый должен помогать друг другу. Ты поможешь мне, милая? Здравствуйте, поможно? Первый день, первое опоздание. Вы вообще готовы морально? Служба спасения, что у вас случилось? Я замерзла, я умираю. Как ты оказалась в лесу? Я сбежала из дома. Могу отследить геолокацию. Выдохнула. Так вы не можете меня найти? Я рядом. Девочка в лесу. Положительный радиус поиска 3 километра. Вы меня бросите? Я не чувствую своих ног. Вы должны принять следующий вызов. Ты слышишь меня? Марусь, двигайся, пожалуйста. Мама! Ты должна мне ответить. Милая, ты обещала мне помочь, слышишь? Где живет настоящее счастье? Как заново почувствовать вкус к жизни?
Верхний, нижний. Мы строим снизу вверх. И это вот мое окошко, откуда я буду пилить вам сторисы. Так мы будущие соседи. Как раз в подушку. Прошел уже целый год, Алекс Тацкий так и не продолжил постройку ЖК верхний-нижний. Вон это чепушило. На наше бабло жирует. Кто такие? Нас квартиры кинули. Таких знаешь сколько? Ты, скотина, еще шутить будешь? Тихо, сейчас мужики разберутся. Ты что ли мужик? Мать, ну что? Он вообще-то хотел тебя убить. Нет, наверное. Да не торопи ты! Что делать? Сука, мент! Накрой его быстро! Чем? Там стекловато! Пачку разорви! Полица! Здрасте, дядь Лёнь! Дениска! А вы Егорыч? Вы откуда знаете? Шутник! Чё напряглись? Как будто негра увидели. Я всю область подниму. Найдем мы его, ясно? Ты не понимаешь, что это московские похитители? Он им за секунду все наши схемы выложит. Давайте потребуем выкуп. И не 2 ляма, а 10. Замес. Мы этой потерпевшей отправим конвертик. В нем записочка. Есть ведь наш шанс. Новая жизнь. Письмецо бы отправить. А что там? На сосиску похоже. Где мой палец? Вам какая разница? Ой, вот только не надо орать. А вы повкалывать решили? Это Егорыч пьяный упал. Разведись. Ты давно уже обещаешь. Как же семейная. Лёшка счастлив, что стал отцом. Пойду прогуляюсь. Ты с ума сошел, нас могут увидеть. Я не люблю её. Я думала, когда родится ребенок, что-то изменится. Ты когда уходил из номера, он был в кроватке? Кажется, мы нашли пропавшего мальчика. Я буду разговаривать только с Алексеем! Домашний, главный женский. Какая-то таинственная сила рисовала ее образ в моем сознании снова и снова. Все говорили, что она манипулирует мной. Но я слушал только свое сердце. Это сон. Будто я стою на краю земли, а песок плывет и скрывается за краем. Сегодня я с большим удовольствием вручаю эту награду талантливому архитектору, чей проект уже покорил сердца горожан. Сейчас мужики совсем другие, а богатые тем более. У них секс отдельно, а любовь отдельно. Тебе надо развлечься. Я сейчас все организую. Мне не нужны твои девушки по вызову. Миш, говорят, она похожа на девушку из твоих архитектур и фантазий. Специально для тебя искали. А у нас новая сотрудница. Так ты Ольга или Наташа? Я не обманываю вас. Думаешь, она случайно к нам попала? Я правда о ней ничего не знаю. Говорят, она любовница какого-то крутого бизнесмена. Не похожа она на бухгалтера. А ты думаешь, откуда у нее сумочка за 10 штук? Не верь тому, что обо мне наговорили. Но я же вас предупреждал, что она авантюристка. Ее подставили. Ну, а теперь вы понимаете, в какую ситуацию мы попали. Сейчас предприниматели не сажают. Она манипулирует друзьями и даже своей матерью. Не хочу тебя слушать. Да она же просто двуличная актриса, которая играет с вами. Не верьте в этот фальшивый спектакль. Ты ничего не знаешь о ней. Ты понял? Оправдываться бесполезно, ты все равно мне не поверишь. Оля! Оля! Оля, не делай! Ну, все совсем не так, как кажется. Борь, ты фильм «Красотка» смотрел? Да. Ну и как думаешь, женится он там на ней?
рождает страх. Страх смерти. Он присущ всему живому. И чем больше страха, тем больше власти. Ветвигардена. Иньярдагум. Теотфюнинга. Я съела червя. Друзья в порядке. Ты открыла дверь, которую очень трудно закрыть. Надо было давно тебе все рассказать. Лжешь. Я все знаю, мам. Я поступила так, как меня учили. Зима пожирает осень, осень пожирает лето, лето пожирает весну, а весна пожирает зиму. Что такое? Пахнет мужчиной. Нас называют говорящими с демонами. Потому что боятся. Ты была в моем сне. Ты разбиваешь мне сердце, Изи. Если они так верят в ад, я им его устрою. Нам нельзя к людям. Ты не понимаешь. Это не дар, Изи. Тогда зачем он нам? Я тебя не боюсь. А зря.